Сегодня я вам хочу показать, как приготовить морковь по-корейски. Для этого мне понадобится морковь, лук репчатый, чеснок, кориандр, сахар, уксус, масло растительное, соль и молотый черный перец. Сначала нашинкую морковь. У меня вот такая специальная шинковка. Есть терки для корейской морковки. Ну или можно натереть просто на крупной терке. Добавляю чайную ложку соли и слегка помну ее. Выдавливаю через пресс чеснок. Сахар. Кориандр измельчу в ступке. И добавляю его к морковке. Черный молотый перец. Вливаю уксус. И все хорошо перемешиваем. Лук нарезаю полукольцами. На сковородку я вылила растительное масло и хорошо его разогрела. Обжариваю лук на средней мощности. Лук я обжаривала 6 минут. Теперь уберу его из масла. Горячим маслом поливаю морковь. Еще раз все хорошо перемешиваю. Закрою крышкой и уберу в холодильник на 3-4 часа. Домашняя морковь по-корейски получается очень вкусной, ароматной и в меру острой. Существует множество рецептов приготовления. Отличаются они составом специй, пропорциями ингредиентов и способом обработки масла. Конечно, купить морковь по-корейски можно и в магазине. Но если научиться ее готовить, то постепенно вы подберете свой идеальный рецепт. Да и свежести ингредиентов можно не сомневаться.